Приветствую, друзья. Самая главная проблема человека, знаете, в чем? В том, что он во время стресса зависает, как компьютер. Ну, компьютерная часть мозга так устроена, что когда напряжение очень высокое, происходит зависание. А когда человек знает ключ, он подбирает такие действия, синхронные текущему состоянию, которые снимают зависание, и поэтому позволяет человеку не накручиваться. Вот оно в чем дело. Поэтому человек и так инстинктивно делает то, что делается по приему ключа, но зная ключ, он знает, как потренировать себя, снимать лишний стресс, выходить на нулевое состояние, и этим самым тренирует у себя новые навыки и способности не зависать во время стресса, не накручиваться, и поэтому соображать свободно в условиях самых серьезных стрессовых ситуаций и принимать неординарные решения, потому что подбор этих действий путем перебора развивает креативность мозга. До встречи, друзья!